Едва отгремели первые звонки на школьных линейках, как лучшая Лига мира словно по заказу нам приготовила новую интригу, новый триллер, новое противостояние ученик против учителя. Я, конечно же, имею в виду Романа Шаронова и Курбана Бердыева вместе. Они долгое время работали в «Рубине» больше 10 лет и выигрывали дважды чемпионат России. Есть их командам что доказывать, а нам, я надеюсь, ну пусть так и будет, будет на что посмотреть. СКА Хабаровск в черной форме с красно-синим орнаментом. Динамовцы в белой форме. Касинтура на скорости входит в штрафную, против него Рукас убирает руки, сугроба спасает, удар! Бакидышев ставит свою мощную то ли ногу, то ли бедро, спасает свою команду не лучшим образом. Рукас против Касинтуры действовал, позволил тому выйти. Передача в центр, Симонян. Симонян уже в штрафной, сохранил мяч у своей команды. Шарль бьет, штанга! Шарль! Да, конечно же, Кожемякин на Симоняна. Отметим здесь и Артема. И далее Жан-Шарль. Раз уж не свистит. Возможные нарушения со стороны Хабаровска. Не будет свистеть и в обратном направлении. А пока «Динамо» очень буднично забивает гол. На 29-й минуте очень технично. Мяч в игру. Длиннющий пас от Храмцова. Что здесь делает оборона СКА? Где Рукас? Где Кожемякин? Еще и Владимир Сугробов достаточно далеко вышел из ворот. И вот таким обводящим ударом уходит от соперника на этот раз в роли догоняющего Савинов. Еще один момент и 2-0! 2-0! Что творит Махачкала в Хабаровске? Снова Сердер Сердеров. Ну, смотрите, Касинтура против Савинова, как легко уходит, как от ребенка на тренировке. И какая передача, какой умничка, эгош Касинтура. Кожемякин спит, Кожемякин не проснулся. Он центральный защитник, ближний к Сердеру Сердерову. Проиграл позицию. Касинтура. Против него Кожемякин, Касинтура. Уже в штрафной играет пятка. Магомедов. Мяч в руку. И что? Пенальти! Пенальти! В отставленную руку мяч попадает. Да, с близкого расстояния. Но эта рука прерывала передачу. Сугробов против Магомедова. Сугробов! Что Владимир Сугробов мастер отражения. Его технику могли увидеть, но особо не увидели. Вот, вот, наверное, самый опасный момент второго тайма у ворот Давида Волка. Все, финальный свисток. СКА Хабаровск проигрывает дома махачкалинскому «Динамо» со счетом 0-2. Учитель все-таки превзошел своего ученика. Дубль в первом тайме от Сердера Сердерова.